Приветствую всех на канале «Бесплатная школа видеоблогера», и сегодня мы проведем бесплатный аудит канала Жори Каривазова, и дадим ему 6 основных советов. Канал Жори Каривазова очень такой хороший, перспективный, да, тут очень много подписчиков, комьюнити как бы собрано хорошо, интересные видео, но все-таки, да, есть когда хорошо, есть когда развиваться, есть что-то улучшить, и мы надеемся, что наши советы этому помогут, ему точнее помогут, и его каналу. Итак, какие-то будут советы. Это будет советы поработать над шапкой канала, поработать над обложками канала. Также было бы неплохо записать трейлер канала. Также мы поговорим о описании к видео и плейлистам. Также надо будет поработать над тегами. И 6-й совет — это будет пассив видео в социальных сетях. Об этом немного подробнее через несколько секунд. И вы снова на канале «Бесплатная школа видеоблогера», и мы проводим бесплатный аудит канала Жори Каривазова. И начнем с первого совета. Первый совет – это шапка. Шапка, мы сразу же понимаем, тот же самый баннер. Видим, да, хорошая, красивая фотография, которая, да, вот в широком таком формате. Как бы, да, неплохо, круто, но как бы если кто-то сразу заходит, да, так просто заходит на канал, ну, как бы он не понимает, на какой он канал зашел. Да, хорошая фотография, качественная, но, опять же, да, к чему, что вообще нужно, да, отсюда. Она должна быть информативная, да, показывать какие-то призывы, что ждет тут на канале. Хороший пример. Пример могу показать на школе видеоблогера. Это, значит, покажу вам на школе видеоблогера. Вот так вот, да, вот у нас выглядит шапка на бесплатной школе видеоблогера. И здесь мы видим... Есть у нас, да, действующие лица, здесь у нас есть призывы, подпишись, все уроки бесплатно, приходите к нам, мы будем научим вас продвижению и созданию канала с нуля. То есть, как бы сразу видно, да, куда ты попал и что тебя ждет. Это вот первый наш совет, рекомендация по поводу шапки. Далее наш будет следующая наша будет рекомендация, это по обложкам. Обложки под видео, ну, Жорик, да, нету у вас обложек, вообще, как бы, да, ну, где-то что-то может и пытается, но нету их вообще, как бы неплохо было бы поработать над обложками. Обложки, да, должны нести как бы тему ролика, да, показывать, какие, ну, что ждет нас в ролике. Они должны быть яркие, они должны быть читабельные, должно быть шрифт хороший, да, большой. Опять же, чтобы далеко не ходить, зайдем на школу бесплатных видеоблогеров, да, видим, какие здесь у нас яркие обложки есть. Все как бы крупно написано, либо на другой наш канал «Видео для бизнеса», если мы зайдем, мы также здесь увидим, да, вот такие вот яркие обложки, все видно конкретно, да, это неплохо, да, было бы неплохо вам бы поработать и над обложками. И следующий, да, как совет, рекомендация, совет-рекомендация, значит, будет это трейлер канала. Трейлер канала, да, это небольшой ролик, около минуты, который будет рассказывать о вашем канале, что вообще ждет на вашем канале и что вас, может быть, подвергло к этому каналу, да. Было бы неплохо сразу, когда на главную заходишь сюда, и тут вот есть сразу же трейлер канала, который рассказывает. Вот у нас есть также он на школе бесплатного видеоблогера, вот он идет, видите, 44 секунды, как бы это не очень много, в принципе, оптимальная длина, там до минуты вполне как бы достаточно. Тут вкратце рассказывается, да, что как бы наш канал и то-то, это. Вам бы неплохо было бы сделать, да, трейлер канала. И следующий, который наш совет, я вам дам рекомендацию, это описание к видео и плейлистам. Если мы возьмем видео, ваше любое видео, да, и мы видим, что внизу в описании, ну, да, тут у вас просто реклама, да, наверное, скорее всего, реклама, но описание должно быть как бы с ключевыми словами, это хорошо, если оно будет с ключевыми словами. Также в описании, ну, должно быть краткое содержание ролика перечислено. Тоже, да, это понятно. И самое главное, что это ссылки. Ссылки, видите, да, какие ссылки? Ссылки на сторонние ресурсы. YouTube это видит как ссылки на сторонние ресурсы. Какие ссылки должны быть? Ссылки должны быть сокращенные, гугловские ссылки. Вот такие вот ссылочки, как у нас вот в наших видео. Если мы посмотрим в описании в нашем, вот так, да, это будет выглядеть.
То есть, как бы, да, описание. Видим, что сокращенные ссылки. А что говорится здесь, да, создать свой популярный канал на YouTube, что для этого нужно. Все мы вам расскажем, покажем, приходите к нам. Вот, значит, это что касается описания видеороликов. Если мы зайдем в плейлисты, да, в плейлисты и посмотрим, когда последний раз обновлялся ваш плейлист, очень давно, да, описание тоже, я так понимаю, нету, да, и, ну, хотя, да, в ноябре обновлялся этот плейлист, описания также тут нету. Неплохо было бы тут добавить описание, как и под видео, с кратким содержанием этого плейлиста, что здесь как бы будет ожидать посетителя, также ключи, главное, чтобы он сохранял ключевые фразы, да, и это же ссылочки тут как бы не особо важно, но неплохо было бы, если бы они были здесь, и это будет работать. Итак, следующая наша будет рекомендация, это теги. Теги под видео, да, и теги канала. А вот если мы зайдем в видео, да, посмотрим, как бы, без TSV Cross, покупка, первые эмоции, первое разочарование, да, от автомобиля будут. И видим, какие здесь теги под видео. Жорик Ревазов, как бы, наверное, неплохо. Веста, СВ, Кросс, Веста, Кросс, СВ, тест-драйв, обзор. Ну, теги не очень хорошие, как бы, да, так сказать. Во-первых, они односложные. Односложные, их мало. Как бы, да. В этом плане, чтобы, опять же, чтобы далеко не ходить, зайдем в нашу школу бесплатного видеоблогера. И вот берем вот это, к примеру, видео, да. Менеджер канала, и вот видим, да, что как стать менеджером YouTube канала, как узнать, почему модератор и так далее, да, что здесь все входит. У нас же тут менеджер YouTube канала, работа онлайн, это что касается менеджера YouTube канала, менеджер YouTube канала, менеджер каналов YouTube, сложно ли работать на YouTube, менеджер YouTube канала, опять же, и менеджер канала YouTube. Вот такие вот теги будут куда более удачные на самом деле, нежели вот эти вот односложные, и их мало. Побольше тегов, работайте над тегами. То же самое и теги канала. Как бы, да, вот это вот. The Wiki Show, автошоу, Жорик Ивасов, блог, да. Ну, это антитест-драйв. Ну, как бы здесь мы ничего такого, как бы, даже не видим у вас на канале, да. Что Жорик Ревазов. В общем, проработайте теги. И последний, шестой совет на сегодня, это будет посев ваших видео в социальных сетях и вообще вашего всего контента. Да, видим, что группы нету ВКонтакте, да. Сейчас, секундочку, я зашел на главную страницу, да. И группа, заказать рекламу. Ну да, тут это будет, опять же, оператор. Вот. Если же мы, да, в социальных сетях посев, видим ваши страницы, неплохо, да, то, что вы репостили это видео, но, однако, да, как бы, то, что вы его просто посеяли, это траста никакого не дает. Желательно его лучше бы залить на эту же платформу, да, на сам хостинг ВКонтакта, потому что наверняка найдутся те люди, которые ВКонтакте тоже захотят посмотреть ваши интересные видео, ваши обзоры на машины отечественного производства и не только. Как бы поэтому желательно, и наш совет, эта рекомендация очень хорошо работает, это посев видео. Итак, вкратце еще раз пробежимся сегодня по рекомендациям для Жорика. Это будет шапка канала, поработать над обложкой канала, также над, как и над шапкой. Неплохо было бы записать трейлер канала Жорику тоже. Описание под видео плейлистам тоже нужно проработать, что-то дописать, дополнить. Теги каналов, насчет тегов каналов, они односложные, работайте над тегами. Ну и посев видео, это загружайте видео на отдельные хостинги социальных сетей, как таких как ВКонтакте, Фейсбук, либо Одноклассники. И в любом случае найдутся те люди, которым интересно посмотреть ваше видео, и это охват аудитории, это все-таки вас. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Также делитесь с вашими знакомыми этим видео. Вдруг оно кому-то будет даже полезно. Что ж, приходите в нашу бесплатную школу видеоблогера. Обучайтесь вместе с нами. До встречи.